Сильнейшие в поединке ума и изобретательности на площадке форума TechConnect Астана подвели итоги национального конкурса инноваций. Он проводился по 4 номинациям. Победителей выбирали из числа молодых ученых и журналистов, которые освещают инновационную тематику. Дипломанты конкурса получили денежные премии и научно-образовательные путевки в Лондон. Лучшим молодым ученым стала научный сотрудник Назарбаев университета Дана Акылбекова. Ее разработка признана лучшей из 100 научных проектов. Это уникальный метод введения инсулина людям, которые страдают диабетом. Теперь девушке предстоит защитить честь страны на международном конкурсе FameLab в Лондоне. Кстати, выигранные 7,5 миллионов тенге Дана хочет направить на дальнейшие разработки. Отмечу, конкурс проводится с 2006 года и впервые выходит на международный уровень. Как все ученые, мы, конечно же, хотим потратить их на наш проект. У нас их очень много. Разработка наша – это с моего PhD-тезиса. Мы работаем над drug delivery system, то есть это локально deliver insulin. Люди, которые страдают диабетом, type 2, в целом, они должны 5 раз в день или в 6 раз, в зависимости от какой у них вид, они вкалывают себе инсулин. И мы хотим придумать такую систему, которую ты вколешь, и ты можешь на несколько лет забыть о том, что тебе вообще нужно вкалывать.